Всем доброго утра. Мы сейчас поедем все-таки посмотрим тех слоников. А с нами едет хозяин отеля. Ну и, конечно же, эта программа будет не бесплатная. Вчера я подумала, что это как доброта человеческая. Ну, какая здесь доброта, если это их бизнес? Ну, в общем, все равно для нас это очень интересно. Сейчас поедем, посмотрим. Позже я напишу о стоимости. Не только в Индии такие украшенные грузовые машины, но и в Непале тоже. Ага, да, что-то я тоже вижу ТикТок. ТикТок здесь работает. В Непале, в Индии нет ТикТока, запретили. Там строится новый отель. Перебежал дорогу петух. Да, это река с крокодилами. Самыми настоящими крокодилами. Человек, спроси тогда, когда вылезают крокодилы, когда их можно это вся деревня. Ничего себе. Ну, конечно, от индийской деревни очень сильно отличается. Ничего себе. И что это значит? Просто дизайн? Просто такая традиция. Вот, и руками. Как у нас Дивали, да, в Индии? А, Дивали. Тихар. На Дивали, вот как. Да, вот так. Красный. Принято, да? Да? Ничего себе. Это здесь слоник, что ли, живет? Да. Нет, нет. Это вот, смотри, у них музей. А, музей? Да. Ну, слышишь, похоже. Like in China. А, Непали. Ну что, это чисто непальское. Все непальское. А ты откуда знаешь? Рис чистить? Да, вот так. Ничего себе. Рис чистит, как он же делает сырый рис. А. Вот сковородку чистит для этого. Поняла. Вот ее фестивал ма. Харуку хули ко тайм ма. А, я дум дум. Баджана? Угу. Танцует. А вот это запыль. Шекар, это что, обувь, что ли? Шекар, смотри, это обувь? Да. Ничего себе.
Но это же дерево, оно не будет плохим? Нет, Свет, это никогда не будет плохой. Интересно. Okay. Вот здесь чук бануется, тамайко. Тебе кагти не чарит, да? Я кагти Там лимон. Лимон? Лимон? Лайм? Да. Тут как сок отсюда падает. Вот чудо было, да? Вот как саслик для этого, когда он не бывает. Маца саслик не теле, теле. Как гриль. Рокси пай. Дай, вот тут хабу. Або полазит вот так вот и вот так делается, как грайндер он работает. Поняла. Харау банча. Харау. Достала эту обувь. А как не ходить? Они разве не падают? Нет. Они ее цей там его кучу. А это на что-то? Смал? Пойла в куту, не надо? Пойла. Буди сюда. Я тебе покажу. Говор мила, да? Это коровы какаски и... Спасибо. Ладно. Ничего себе. Вик! Но это не бамбук. Это бамбук. Бамбук? Да. А сверху вот говор. Да. А, ну вот. Только говор, это как... Вместе с грязью, смесь. А это вот, вижу, бамбук. Да. Это его музей или это как нет, местный? Это как, вот так. Местный. Деревенский. Блин, а дюрку гор по ней чарит? Чарит его рот на горле. Yeah. Прохлад три пати тача? Хочу. На этом рисе по пите? Да. У меня дюрку вот. Три пати. Намасте. Намасте. Но вот на лай. Сари аджи. Прикольно, это у них вот здесь еда. Муни-муни. Мешочки. Муни-муни ла. Шек. Шек, в Непале очень красивые козочки. Да? Вкусные. Шекеры лишь бы поесть. Да, и посмотри, они реально высокие. Вика. И в Непале... Год. Год, да. Very beautiful. In India, so small and so thin, ugly. Давай, пошли, Вика. Прикольно, какой-то автобус, даже без стекол. Мне кажется, что это для джунгл сафари. Восемь часов утра только, да? Да, вот как, ну, почти девять сейчас. Посидеть, но очень сильное солнце. Да.
Я не поняла. Вот смотри, это мост. Да. Как будто над рекой, а реки нет. Река есть, вот смотри. Река есть там? Да, сейчас ты видишь. Давай. Действительно, река есть. Ее просто снизу не видно. Ой, какой тут мостик. Мостик-шаталка, я ее так называю. По таким страшно ходить мне почему-то. Что ты смеешься? Мне действительно страшно ходить. О, шикар! Нет! Издевается, он давно смеется. Шек, ну пожалуйста. Но он, кстати, не так сильно качается. Он, видите, тростником зафиксирован. Тросом. Тростником. Тросом зафиксирован. Шикар, это река с крокодилами? Это река с крокодилами? Да. О, Господи, вот сейчас начало шатать. Очень сильно. Это он шатает. Ой, разговаривает. Обратите внимание, что около буйвола всегда вот такие вот маленькие белые птички. Называется... Ой, сейчас спросим, как называется, я забыла. Называется бакала. Я вспомнила. Много раз я всегда спрашиваю, меня действительно удивляет то, что они даже могут на спине сидеть, эти птички. На спине у коров или буйволов. Шекер говорит, что они выедают всяких букашек, ну, которые ползают по животным крупного скота. Ничего себе, какое тут дерево. Мы прошли через этот мостик. Вы представляете, вот эта мадам снимает постоянно шапку. Ее бесит шапка. Я не знаю, что делать с ней сейчас. Вот, наконец-то мы дошли до этого бридинг-центра. Бридинг-центр — это там, где выращивают молодых слоников. А, вот, кстати, он заплатил. Сколько же стоит, скажи мне? Вот для меня 50 рублей. 50 рублей такое? 100 рублей. Потому что я иностранка? Да. И что, для детей не надо? Нет. Для детей не надо ничего. Ну, два раза больше. Но это не пальских, да, рупий, Шек? Да. Не пальских рупий, но это вообще... Не пальских. На рубли это вообще копейки. Угу. Это музей. А, это музей? Да. Вот, смотри, голова. Ого. Ого. Это бифы, да? Да. Бифы? Или как они на английском называются? Элефант. Нет, вот это. Тит. Элефант тит. Тит? Да. Это не тит. Шек, тит — это другое. Да. Ничего себе. Посмотри, Вик. А туда можно? Спроси, туда можно заходить, да, ребенку? Никаких проблем нет. Это сидушка, чтобы сидеть, кататься на слоне. Да, сиденье, сидушка. Зайка, можешь ее подержать, Карину? Только родители не снимали. Только-только он родился. Слоник, посмотри, это биби-слоник. Только он родился. Такие они крупные рождаются. Это кто? Это какие-то жуки. Давай их не будем трогать, вдруг они кусаются. Все-таки мы в джунглях, да? Мало ли кто нам попадется. А, вот и давай спросим, что это такое. Посмотри, так они учатся. А, учатся? Да.
И с пивом. И с пивом. Это кто не пьет? Прикольно. А, пуча для слона тоже пуча. Лечат. Доктора лечат. Туберкулез lung defect after death. Это как туберкулез. А, туберкулез. Да. Как вот человек, так же у них тоже. Так же у них тоже есть. Да, это слоники. Посмотри, дядя учится кататься на слониках. Смотрите, здесь даже фотографии есть. В джунглях люди находят умерших слонов, и они потом его берут на изучение. В поло даже играют. На какой-то праздник в поло на слонах. Это как традиционная какая-то игра. Непальская. Это носорог. Умерший носорог, смотрите, в джунглях. Тоже видите, доктор. Вот так мы катались с Шекером. Через реку он переходил, прям через реку, там, где крокодилы ползают, плавают. Свадьба. Смотрите, она прям как королева одета. В Индии я не видела вот таких причесок, при том, что это старая фотография. Тоже на слоне, смотрите, они идут. Это какой-то темпл, храм. Я пока вам снимала. Что случилось? Карент? А, я пока вам там снимала, пришлось бежать. Я очень знатно отстала от них. В общем. Посмотри, вот, который ты видишь, да, туда, вообще. А. Это дикие. Дикие? Да. Дикие да. Слоны сюда пришли? Да. Это вот кого-то, да, слоны? Это вот государственные. Государственные слоны, ничего да. себе. Маленький детеныш. И там пришел дикий к ним. Как же здесь классно. Вау! Вот туда ты видишь, вот этот человек. Да, вот который, этот. Да. Backside. Вот этот. Да. Пришел из джунглей сам. Ой, господи, ой, господи, она нас сейчас пойдет. Палочкой они управляют. Он понимает все. Господи, какой же он огромный. Шека, что они берут на нем? Как же я сейчас испугалась. Я стою, снимаю это, снимаю видео. И он прям на меня практически вот это все бросает. Я думала, на меня сейчас слон наедет, слетит со спины. Такой мощный. Сзади тебя стоит. Я думаю, сейчас сердце остановится. Они даже меня не предупредили, ничего. Я стою просто, видео снимаю. Ну, пожалуйста, можно еще раз к нам приедет слон? Вон, смотри, он с другой стороны идет. Какой же они маленький. Привет! Он такой маленький. Я не могу. Такой маленький. Ударит или что? Он опасный?
Вот, посмотрите, человек, видите, он как до пупка ему. Кто танцует? А, она танцует. Ой. Здесь очень хорошо ухаживают за животными. Просто посмотрите, как с ребенком с ним. Закрывает, закрывает, чтобы не выбежал. Лезет, лезет целоваться. Носик, Вика. Ой, только сильно, давай не будем сжимать. Вика, ты знаешь, что это беби, слоник беби, совсем маленький. Какая мама, Вика, посмотри, мамы какие большие. Вон мама большая стоит, а это совсем маленький. Волосы. Такие жесткие-жесткие. Папа. Это папа, да? Дикий папа. Папа постоянно гуляет. Шик. Почему? Он идет сюда? Он не привязанный, поэтому очень опасно. Он может побежать в любой момент. Вика, помогает нам, потому что Шекар уже устал с Викой на руках. Такая... А? Молоко пьет, да? Да. Я даже не знала то, что у слонов только два соска. Смотрите, прям как у людей. Сейчас молоко будет пить. Сколько? Посмотри, она опять сняла шапку. Да что ж такое-то? Ни завязки ничего не помогает. 50 лет слону. 50 лет слону. Это женщина, самка. Что еще раз? Это, который есть, да? Ну. Это его мама. Его мама? Да, у них мама это. Ничего себе. Жек, это прям вот за ними следят, как за людьми, да? Да. У них что, даже документы есть? Да. Серьезно? Да. У них вот каждый родится всех, вот номер есть всех, вот карточка есть всех, как человек. Ничего себе. Да, это его. А. Так это на всех деньгах? На 100 рупий? Да. Вот это как провода с электричеством, да? Да. Ну а какие животные? Сюда все могут животные прийти? Носороги, да. Тигры? Это уже это джунгли и все? Да, уже джунгли. Офигеть. Вот эти провода очень опасные. Очень опасные, чтобы дикие слоны не пришли. Потому что, вот смотрите, вот это все, это джунгли. Самые настоящие. По сути, мы живем в джунглях. И тут живут люди, которые заботятся за животными. Ну, кстати, я вижу, там у них форма висит, как у лесной полиции. Возможно, даже они как проходят службу здесь. Это серьезно, кактус? Да. Такой огромный. Видите, начинается. Где он? Такой высокий. Ты видела слонов? Да? Маленький. Да, маленький. Там беби были, да? Беби-ду-ду пили. Да, беби-ду-ду пили.
Мамина, да, ты думал? Мамина молочко пили. Да. Иди, иди, иди к дяде, иди. Мама уже устала тебя таскать, то одну, то вторую. Мужчина помогает нам с детьми. Все-таки по такой жаре, конечно, очень трудно. Мы еще кенгуру забыли из машины взять. Намасте. Намасте. Это местный мандир. Темпл. Вау! Обязательно надо разуться ради уважения. Ну только, кстати, не похоже, да, на индийский вообще какой-то другой. Или это специально для джунглей? Непальцы тоже верующие люди, тоже в основном здесь индуизм, буддизм, конечно, есть, но маленький процент. Мусульмане тоже есть, тоже очень-очень мало, ну и, соответственно, христиан вообще единицы. И есть, конечно, индуизм, но люди не такие верующие, как в Индии. Там не? Какая женщина идет в традиционной одежде. Давай, иди, пожалуйста. У мамы уже скоро ручки отвалятся от вас всех. Тебе не страшно? Давай мне ручку. Давай. Ну, пойдем опять проходить над крокодилами. Можно, пожалуйста, не качать? Человек, пожалуйста, ну реально страшно. Здесь пока не страшно, пока бодами травка, а когда будет река с крокодилами, господи. Тогда будет страшно. Страшно, там пока травка, пока не так страшно. Ты знаешь, там, где река, там крокодилы плавают. Вика, самые настоящие крокодилы. Но я не знаю, почему-то мы их не видим, крокодилов. Они же редко будут вылезать из воды. До without sugar. Шек, коммуникабельный ребенок, да? Вика просто взяла и ушла к игрушкам. Одна. Конечно, в Индии мы не можем так ее отпустить. Одна, но здесь очень спокойно. Ну, все равно тут машина приедет. Машина, ну, когда приедет? Здесь дороги нет. Aile season chaina da aile ali kam season ekdam te business chha baisake chha te snato pachi corona pachi ha ja terai damadal bhayo aba yo festival aundai cha tihar dasai tihar dasai sabhanda thulo hamro mancha ke na jasto chha cha tara prishla bludnaya doch ты посмотри, тут есть футбол, как я вижу. Кто здесь? Вика, не трогай. Не трогай. Нет, не да. Трогай. Ты Вика! Что? И съесть хочет. Вик, так нельзя уж точно делать. Нельзя трогать. Да, Вика просто не знает, как с собачками общаться, да? Вика. Наш дик в России, да? Да. Она как дик уделяется, так же делала. Да, но над диком, конечно, она издевается, как может. Да, мандата не дует. Вика. Паук. Сейчас он... Ой, куда-то он делся. Дочка, дай папа вода хочешь пить. Да? Аджа. Давай еще махай. Вот. Да, вот здесь пузырик. Все, лопнул. Еще раз давай. И все. Вау. Полетели на собачках. Собачка рада. Какие хорошие это, раствор хороший, очень много пузыриков вылетает. Да, в Индии, который продается там... В Индии вообще, я не знаю, разбавленный с водой, ну, который мы покупали. Такого, конечно, нет.
Индии два пузырька вылетит, и все. Будь счастлив. О, сколько здесь. Вика в глазки попадет Карине, он говорит. На собачку давай дуй. Собачка спит с закрытыми глазками, пускай. Ничего страшного. Ветром, да, все равно туда. Туда все улетают. Магазинчик. Посмотрите, тоже из бамбука все сделано. Ну, кстати, они очень хорошо держат прохладу. Вот такие вот здания. Но внутри, я смотрю, все равно бетон есть. Это мумус готовит тут манты. Чай готовит. В основном везде туборг. Вот этот apple cider, мой любимый. И ну, остальные ну, всегда, конечно, везде разные алкоголи. И крепкие есть. Это местное пиво, Арна. Горка тоже местная. Мое желание уже очень давно это покушать вкусную рыбку. Конечно, не речную, а какой-нибудь... Ну, конечно, речная тоже есть разная, но у нас, которые в Индии, мы получаем из речки вонючки, ну, хотя большие реки, но рыбы ужасно воняют. Поэтому их готовят с огромным количеством специй, чтобы, ну, скрыть этот запах и вкус. Но, конечно, я все равно чувствую этот запах, запах и вкус. И смотрите, здесь есть вот такие вот варианты. Вон сосисочки, ребрышки, петух. Куриц не едят, но в основном, конечно, петухов едят. Манты, это ракушки, улитки, улитки, господи, ракушки. Утка, рыбка или краб, или рак. Кто это хоть? Я не разбираюсь. Вот это вот такая кафешечка. Вау, что там растет у них на пальме? Это, наверное, папайя. Сейчас я покажу вам. Сколько много папайи. Зайка, сейчас Вика, иди отнеси дяде денежки. Иди, отнеси. Он же тебе дал игрушку. 50 рупий. 50. 50 непальских. 50 индийских. Ой, непальских рупий. Аккуратно, аккуратно. Пасанка, джбангвила. Пасанка, блиндира. Что тебе дядя дал? А, ты как? 100 дал, да? И на 50 рупий он тебе слоника, да, дал? Нет, 100 рупий он дал. Это слоники и 50. А, ты 150 дал? Да. Ебагван. Год. Нонан. Элефан. Just one minute. Husband is coming. No problem. Я попробовала сейчас мед. Господи, он вообще, он просто божественный, из джунглей. Здесь есть мост тестей. А, dark one. Я попробовала. Шек, скажи, пожалуйста, попроси попробовать тебе. Я хочу показать, как он дает. Ну, да, ты как? Попробовать, я нет, я попробовал. Ты попробуй один. Вот. Нет, он попробуй. Реально вкусный, вот этот. Давай, я тебя Шекар... снимаю. Шек, я попробовала. Egg, please, one for husband. А, no, not this, dark one, dark one. Это для гемоглобина. Iron. Гемоглобин, но там... Железо, богатый железом. Шек, он просто божественный.
Конечно, с индийским он вообще не сравнится. Да. Реально вкусно. Попроси его, вот, спроси, куда выбрасывать. Спроси, показывай. Вот сейчас. Вот, смотрите. Он ко мне подошел, сказал, так не выбрасывать, только дастбин, только мусорное ведро. Они сами заботятся о чистоте, конечно, вообще. Вообще удивилась. Так, давай обязательно баночку возьмем. Да, это баночка. Нет, только не светлый, а темный. Dark one I want. YouTube mouse here. YouTube mouse. Да, я темный себе взяла. И сколько стоила большая баночка? Сколько стоила одна баночка? 500. Непальских. Сколько там грамм? 500 грамм. Здесь такие лавочки. Ну все это из дерева сделано. Господи, тебе все надо. Вик, иди сюда. Я тебе говорю, иди сюда. Машинки, шек, у меня дома такая машинка была. Вика, ты представляешь, сюда. Это все руками они делают. Вика, какие они молодцы. Малыш, а, вот там из камня. Нет, пожалуйста, это из спичек, это из спичек. Это из спичек, он сломается очень быстро, его... Это не игрушка. Это не игрушка. Шапка. Шапка. Ой-ой. Все, мы час уже погуляли. И следующая наша программа – это аквапарк. Автобус Toyota. Старый. Вот таких в Непале много. Он все за нами ходит, просит, чтобы мы купили какой-то музыкальный инструмент непальский. И сколько он хочет за него? Ну ты спроси. Ну это ручная работа, да? А. Сейчас, конечно, не сезон. Здесь Чудване. И поэтому цепляются за каждого туриста. Надежде что-то продать, получить деньги. В общем, я сейчас заканчиваю это видео. Дальше мы поедем в аквапарк. Может быть, сейчас что-то покушаем. Какой-нибудь омлетик или бутербродики с чаем. И отправимся в ватерпарк, аквапарк. И дальше будет следующее видео. Пойла, ну, пуранете, он пирной, ай.